Я думаю, что ничьей можно быть доволен в этой ситуации, что на 5 минутах удалось сравнять. Настроение было, что нужно усилить игру в атаке и попытаться создать голевые моменты и использовать их. Что тебе говорил лично Юрий Семин, как напутствовал? Напутствовал то, что играть активно, создавать численные преимущества впереди, бежать за спину и тем самым создавать им моменты. Ну, а как вообще, вот за счет чего вы сформировали это давление? Как это выглядит, вот именно если ты находишься на поле? И на последних минутах у вас, причем, забивает центральный защитник, да, бежит в атаку. То есть, расскажи, вот как команда пошла забивать этот гол? Я, честно, не знаю. Наверное, это была инициатива Соломона самого. Он пошел вперед, и в итоге это принесло свои плоды. Мы забили гол, и все рады. Ты вышел из раздевалки только что. Какое настроение там у ребят, какое настроение у тебя? Можно ли воспринимать эту ничью как победу практически, учитывая то, что на последних минутках вырвали? Я думаю, как победу нет, но как одно очко, которое мы заработали, это да. Я думаю, это в копилку.